что ветераны не сдавались, проливали кровь и все-таки приблизили этот день. День памяти и скорби. Праздник я не ощущаю с этого года. Слишком большие потери. Именно бессмертный полк для меня и является символом Днем Победы. Мы не вспоминаем символы власти, которые были в то время. Да, мы не празднуем его как какую-то великую безудержную радость. Да, но в то же время мы не погружаемся в какую-то бесконечную скорбь. Очень хорошо, что такая проходит акция по всей России, во многих городах, и даже многие страны принимают смертный полк участие. Наша жизнь, наше светлое будущее, и самое главное – это память о тех великих людях, благодаря которым мы живем сегодня. Благодарность огромная нашим дедам, прадедам. У меня дедушки воевали оба. К сожалению, один пропал без вести, а второй вернулся с войны, но его, конечно, давно уже нет, поэтому... Ну, знаете, словами известной песни можно сказать, что это праздник со слезами на глазах.